Друзья, этой ночью в Подмосковье произошла трагедия. Об этом сообщил российский телеведущий Андрей Малахов. Андрей Малахов сообщает о том, что этой ночью в Подмосковье было совершено нападение на загородный дом известного российского актера театра и кино Егора Бероева. На тот момент актер находился в доме сам. Двое неизвестных залезли в дом через окно и сбили актера, затем его связали, после чего они похитили из дому 2,5 миллиона рублей, мобильный телефон и ноутбук и скрылись с места происшествия. На шум прибежали соседи, которые и освободили нашего актера, после чего была вызвана бригада скорой помощи и наряд полиции. На данный момент Егор Бероев находится в больнице. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту нападения. И уже завтра на утром будут шокирующие подробности данной трагедии на нашем YouTube-канале, друзья.